Увеличение оптическое 125 крат. Еще раз повторяю, это не то увеличение, которое в бинокль или в телескоп. Это краты. Обозначение соотношения между размером матрицы фотоаппарата и, по-моему, фокусным расстоянием. Так, сейчас резкость. Да, ну хочется смотреть только на линии терминатора, почему-то самое там, самые рыбные места. Да, испещрена, натурально испещрена. Кратерами Луна. Хотелось бы хоть один найти, где по касательной прошелся удар. Где-то же он там есть. Ладушки. Опять ладушки. 6:30 по Киеву в Харькове. 6 октября 2020 год. Десятая параллель северной широты.